всегда не хочется сказать, громко выходили, оставить его напоследок, но все же. А не выучил, не выучил. Транспарант, MyBlog Magazine и красота, салон. Спасибо большое, ребят, начинаем направо и налево. Ну, Натали, хочется от нас всем вам пожелать только хорошего настроения. Сегодня, кстати, невероятные события, в сценарии о нем совершенно ничего не написано. Но без стрит-интернет, ведь потому что у Тани Скаковской день рождения сегодня. Давайте все вместе покричим. Всем рождения! Всем рождения! Всем рождения! Вот так вот, а люди-то и не знали, что пришли на праздник такой. Да. Какой день рождения? Еще не платье. Что за дизайнер? Я тебе скажу потом. Потом, да. Это есть сценарий, Леша. Мы будем обсуждать события. Но дизайнеров сегодня будет много, и уже некоторые среди нас. Ребят, добро пожаловать. Скоро начало, скоро начнем. Всем хорошего настроения. И надеемся, что дождь нас больше не посетит сегодня. Давайте попробуем. Уходи туча, улетай туча. Ребят, отдыхаем, мы только начинаем. Смотрите, карета приехала. А кто там? И проходим на дорожку, проходим. Все, идите по дорожке. Большое. Ну а с вами была Татьяна Якушева, Екатерина Гуменюк. Ваши аплодисменты. Спасибо. Мы видим на дорожке Екатерину Гусеву, которая имеет непосредственное отношение к моде, да? Лицо Fashion TV и платье от Гала Галоба. Бренд Гала Галоба. И сама дизайнер Гала. Пожалуйста, приветствуем. Ну что, будем смотреть? Вот так, вдвоем же пришли. Привет, ваши аплодисменты. Ирина Гусева и Гала. Да, еще раз. Бывает, у нас как? Прямой эфир практически. Как настроение? У меня вообще отличное настроение. А у Галы, мне кажется, лучше всего. Она самая стильная сегодня. А кто бы спорил? Гала, вообще, вот как вы думаете, со временем бренд, российские бренды дизайнеров, они... Вот как? Спасибо, у вас это самый большой колье, который можно выразить. Самое большое колье сегодня на мне. Вам невероятно красиво, великолепно мне. А что пожелаете начинающим дизайнерам, которые только хотят вступить на, я бы сказал, дорогу? Да, Ева Брисова, Николай Кимович. Ребята, носите наш. Да? Появляется певица, актриса Ева Брисова и Николай Демидов, сам продюсер. Певец, актер. Ева в платье от дизайнера Екатерины Мячиной. Николай Демидов! Посмотрите, как гармонично смотрятся
свадьбе практически. Но горько не будем кричать, наверное, не стоит. Пока рано. Ну, очень красиво. Хорошо, проходите ее. Не побоялись сегодня в белом свете, дождик? Готово. Большой микрофон. Давай, рассказывай. Быстрее только, секунду. Танечка, мы тебя поздравляем с днем рождения. Очень рада в этот день с тобой стоять на этой красной дорожке. Эти цветы тебе. О, от меня, спасибо. И Николая. Спасибо. Спасибо большое. Будет хорошо. Мы тебя очень любим. Спасибо. А фотографию можно выкладывать под хэштегом «День российского дизайнера». И второй. Вот так, хорош. Ну и также хэштег «Пресс-парад» by Blog Magazine. Это тоже действующий наш хэштег сегодняшнего ивента. Натали! Давайте все же позовем, у нас следующие гости готовы или нет? Мы да, готовы, не готовы. Никого. Константин Кожевников мне подсказывает. Российские парадисты сегодня с нами. Константин, очень приятно вас видеть. Добро пожаловать. Добро. Хорошее поведение Костова. Почему в черном цвете сегодня? Ну как-то вот... Я как раз Каковского вашу фотографию выслал и хотел бы как-то вот пробовать вот рядышком. Понятно, Леш, иди. Это гармонично, чтобы мы соответствовали. Куда что-то смеялся. Да. В чем? Чей костюм на вас? Только русских дизайнеров, только. Имя! Имя, Константин, имя! Скаковская. Понятно. Мамы не знали. Да, да, вот так она иногда шьет по ночам. Мы с ней в WhatsApp переписываемся, она подшивает мне что-то, шьет. Вот сегодня пиджачок такой вот он. Блюдер, наверное, такой шила. Все нормально, все нормально. Только русские дизайнеры, а кухня тоже такая. Да, мы видим абсолютно русский крокодил на вас. Все успевает, и дизайнер. Итак, костюм от Татьяны Скаковской. Тут на самом деле нравится и Валентина Юдашкина, у нас много и Андрей Пономарев есть, и Александр Александрович. У нас много дизайнеров, с которыми я сотрудничаю. Филиппову, друзья! Ольга Филиппова. А как прекрасно выглядит. Ольга Филиппова, друзья! Все подчеркнуто, все сидит в нашем российском, наверное. Итак, стандартный вопрос. Все, много ли российских дизайнеров представлено в вашем шкафу? Честно, наверное, треть. Треть, да? Готовы ли расстаться с Прада после этого показа? Я не знаю, такой странный вопрос, вот, но готова разносить русских дизайнеров, но это сейчас какая-то новая такая тенденция. Вот. Почему бы нам не принять антисанкции вот, в отместку Европы? Ну, хочется воевать, но воевать нет. Ну, а чего? Мне кажется, каждый должен сам выбирать то, что он хочет. Да? Очень подчеркнуто. Я сразу это заметила, как только вышли. Действительно, спасибо. Очень женственно. Вы выглядите просто потрясающе. Ольга Филиппова, спасибо вам. Вы знаете, вы можете даже остаться здесь, потому что я хочу пригласить ваших подружек для того, чтобы сделать общее фото. Ведь все это благодаря Кристине Капитанаке, друзья. И я хочу пригласить Марию Романову, Александру Харитонову, а также Марию Резикову. Дамы, прошу вас! Пойдем цепочкой, Ростя. Идите на микрофоны. Александр Харитонов! Ольга, а как идут, а? А как идут-то? О. А ведь не репетировали, мы не видели. О. Веселее. Вот так, друзья, выглядит красота по-русски. Смотрим. И фотографируем. Так, давай. И, конечно, наши подарки от партнеров. Ну как без них? Как без них?
пожалуйста. Наталья, приготовила свои каверзы вопросы нашим девчонкам. А мне интересно, почему девчонки выбрали именно такие цвета? Мне, как девушке, хочется узнать. Может быть, я... Ну, где-то можно проследить российский флаг, но... Вот, все же вот, нет. Вот. Ну почему же? Почему вот именно... Где-то рядом. Вот какой-то серый, серебристый, вот так вот. Надо было выйти под песню, слава все эти чувства, но ну, шикарный. Нет, действительно так задумывалась или случайно получилось? Просто у каждой девушки есть свой тип кожи, свой тип волос, свой тип лап.